Новоульянская больница постепенно обретает современный облик. Инфекционное отделение и поликлиника отремонтированы. Также в штат поступило 9 молодых специалистов. Местные жители рады положительным переменам, но все же остались и некоторые проблемы. Неожиданно то, что выдают квоты. Квоты, например, вот я пользовалась квотой на МРТ. Прошла медицинское обследование бесплатно. Конечно, хочется, чтобы отремонтировали дальше наши другие корпуса, так как тоже проходило лечение на дневном стационаре терапевтического отделения. Желать, конечно, лучшего. Почему? Потому что там в основном уже долго, длительно не делался ремонт. Ну и в других, конечно, отделениях, таких как детское отделение, хирургическое отделение. Главврач учреждения рассказал о первостепенных задачах этого года. Больше половины больницы необходимо привести в порядок, от замены проводки до капитального ремонта. Разрабатывается ПСД на инженерные сети, в первую очередь это на уличные инженерные сети, чтобы было тепло, так, чтобы была вода и электричество. А в последующем, то есть в процессе уже идет подготовка ремонта хирургического корпуса, ПСД готова уже на ремонт фасада. Учреждение с рабочим визитом посетил Сергей Морозов. Вместе с представителями Минздрава глава региона обошел и обновленные, и проблемные корпуса. Губернатор обозначил сроки, в которые надо уложить ремонтные работы в терапии и хирургии. Кстати, хирургическое отделение должно быть полностью переоборудовано. В течение, получается, вот 18, 19, 20, там, 22 годов в полном объеме этот весь комплекс приводим в идеальное состояние. После обхода в стенах больницы состоялось совещание. Губернатор определил сроки выполнения работы и сориентировал руководство больницы по вопросам финансирования. На ремонт хирургии заложено 3 с лишним миллиона рублей, на инженерные сети – около 6 миллионов, на благоустройство – около 9 миллионов рублей. Реставрация корпуса должна быть завершена в октябре этого года. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.